Мой сын работает клоуном в борделе, изображая Гитлера. Папа, это был не Гитлер, а Чаплин. А я актер мим и работаю в театре. Мне надоело прятаться или убегать, я хочу приносить пользу. Есть одна группа, которая ведет партизанскую войну. Бежим, бежим! Залезай! Добро пожаловать в сопротивление. После вторжения немецких войск... Этим детям пришлось нелегко. Они евреи и сироты. Их родителей убили нацисты. Каждый месяц мы будем привозить вам от 50 до 100 детей. Страна, оккупированная нацистами, не самое безопасное для них место. Так научи их выживать. Фокус в том, что даже если они на вас посмотрят, они вас не увидят. Мы ведем войну, которую не можем выиграть, но в наших силах переправить этих сирот в безопасное место. Самое надежное – заснеженные горы. Вы хотите вывести еврейских детей на глазах у нацистов? Гестапо, ваши паспорта. Тебя поймают на подделке документов. Это слишком опасно. Я же счастливчик. Только живи. Нам еще столько надо сделать. Ты будешь жить вечно. Ты же Марсель Марсо. Сопротивление.